В Виннипеге открылся Национальный центр по установлению истины и примирению. Для завершения манитобской части Трансканада выделено 800 тысяч долларов. 11 ноября в Канаде День памяти. 7 ноября виннипежцы почтили память погибших в авиакатастрофе российского лайнера над Синайским полуостровом. В библиотеке «Миллениум» открылась фотовыставка «Дюны и музыка» Ларисы Сигеда и Игоря Корнилова. В арт-галерее представлена греко-римская коллекция артефактов, привезенных из Берлина. Музей Манитобы и National Geographic приглашают посетить экспозицию «Исследователи Земли». 12 ноября в Виннипеге пройдут гастроли московского балета с классической постановкой «Щелкунчик». С 18 по 20 ноября в Виннипеге пройдет конвенция по добыче. Программа расчистки улиц от снега не изменится в этом году.